Почти 2 миллиона рублей хранила в чулке. В отдел полиции по Советскому району с заявлением обратилась жительница Махачкалы, которая заявила о пропаже крупной суммы денег. Полицейскими были установлены и доставлены в отдел двое жителей города, которых потерпевшая наняла в качестве разнорабочих. Идет разбирательство. Вот мы работали в частном доме, вещи перевозили, там нашли деньги вот эти. Взяли, потом вернули. Кому ну, хозяйку отдали обратно. Не, вот деньги нашли мы, вот деньги. Угу. Вот для этого, ну, короче, дома другой этот напарник нашел, он положил коробку, мы этот. Короче, мы потом его забрали. Потом завтрашний день мы обратно отдали, занесли. Работа пошли в одно место. И в это время там шкаф был. Я у хозяйки там, ну, чтобы легче было этот, как его шкаф взять. Я сказал, что там, ну тут что делать? Она говорит, выкидывать. Ну я взял это все, этот выкидывать. И в это время чулок вышел оттуда. Я сказал, что это за чулок? Мой парень там увидел, это дай посмотрим, там деньги вышли. Он взял этот мешок и ушел на улицу вытащили. Потом после работы взяли, он мне половину дал. А на следующее утро я пришел к хозяйке, дал половину. Сказал, вот так совершили. Спасите нас.